Ну что, дорогие друзья, пришло время нам распаковать вот этот вот великолепный ананасик. Я уже вижу, что внутри там есть некая трубочка. Ну что, давайте распаковывать, потому что пора нам уже провожать старый год. Год был хорошим, мы ему очень благодарны, но с нетерпением ждем Новый год и хотим, чтобы он был лучше предыдущего. Такие интересные веревочки. Так интересно упаковали. Сейчас будем смотреть, что же там внутри и как это все сделано. Шелестящие вещи. О, такой кокосик с таким бантиком, с такими конфетками. Конфетки «Золотая лилия». Очень интересно. Ну что, наверное, нужно снять бант. Все приклеили, все сделали так, что легко и просто не будет. Посмотрим. Прям как распаковка подарка новогоднего. Что тут тщательно упаковано. Приклеено, конечно. Конечно. Отбираем беспощадно банты. Так. Все это вот так прям делается, да? Ну, это прям так, как, посмотрите, что делается, и посмотрите, как мы ананас деребаним, и что дальше, ну это вот так ты, короче говоря, наливаешь и отдираешь по конфетке. Вот, а внутри шампанское. Ну, такой вот, да, такой вот подарочек новогодний, праздничный. Ну все, всех с Новым годом! Добра! Счастья, благополучия и всего-всего-всего и побольше, чтобы на вас напал мешок денег. Всем пока-пока!